Come and play with me. Прикольные. Я таких не видел раньше. Да. Тайцы тоже, в общем-то, можно сказать, ремесленники. Талантливые. В основном они, по-моему, по дереву круто режут. И вот всякие эти ландшафтные дела у них хорошо получаются. Дизайнер. Крутой. Да, он такое дерево прикольное. Да. Ну что, да. Смотрела тут? Да. Троны. Это из камня, да? Что? Вот это. Да. Это Ватарон, он построен в кхмерских, грубо говоря, традициях. А кхмеры раньше жили в Камбодже. Угу. По-моему, я точно не знаю, Паша, послушай меня, если знаю. Но суть в том, что этот храм, он не традиционный для Таиланда. Он построен в кхмерских традициях. Да. Как бы королевская семья считает, что очень красиво на заре смотрится. Вот это место. Но для того, чтобы оценить красоту, нужно подняться наверх. И мы сейчас поднимемся наверх. Потому что мы супер поднимальщики наверх. Вот туда. Вон туда мы пойдем, на самую верхушку. 2575 ступеней нужно пройти. Да не, на самом деле ступенек всего лишь 20. Может, уйти, а потом появиться. Короче, смотрите. То, что вы здесь видите, вы в Таиланде не увидите нигде. Потому что это камбоджийская тема. Это правда. Кхмерская. Была раньше Кхмерская империя, которая в некоторые времена владела и всей Камбоджей, всем Таиландом, и еще всем Лаосом. Она разваливалась, потом Сиам захватывал, все, владел всем. Бирмой, Лаосом, Камбоджей, Таиландом, частью Малайзии. Потом они опять разваливались. Кровопролитные войны шли на протяжении всех времен. В 1200 там, в каком-то году образовалась первая Таиланда.
Эта династия, она не тайская, она бирманская. То есть это бирманцы, которые захватили трон и встали на трон Таиланда. Но они любят эту страну. Они считают ее своей, и тайцы очень любят ее. Никто уже не помнит уже. Никто не помнит уже о том, что это узурпаторская власть. Тут очень крутые ступеньки. Очень крутые. Где дети-то, я не вижу. Очень тяжело подниматься. Да. Мышцы напрягаются. Пора, по-моему, открывать клуб держателей GoPro Hero 3. Держись. Здесь еще жестче. Да, дальше еще жестче. Ступеньки будут по пояс. Ваня, держись. Вот за поручень, держись справа. Ваня, держись, я с тобой. Поручень, держись. Ой, Ваня, привет. Давай, давай. А, смотрите. Дима, жди там. Спускайся за Пашей, давай. Давай, потихоньку, смотри. Держись двумя руками, задом так же. Потом я. Сейчас вот. Нет, потом Лера, потом Таня, потом ты. Тань, будешь Ваню страховать, хорошо? Жесть. Да не жесть, вообще нормально. Не, ну кажется, это жесть. Нет, ну, давай, Вань. Нет, сейчас я. А, ты? Когда идешь, то нормально, а вот когда вот вниз смотришь. Разбежишься, когда нормально же. Вань, стоп. Ваня, подожди. Подожди, Вань, сейчас Лера, потом я, потом ты. Попочкой. Попочка, попочка. Попочка, попочка. А еще и ангелы тоже держат. То есть ангелов в буддизме, в этой азиатской культуре нет. Но у них есть девы. Девы — это боги, божества. Они вот, например, да, они со светлыми лицами. А, они обвешаны. А вот эти? Да, вот. А, вот. Они да, со светлыми. Волку переплыву. Я круто. Камеру вынесли.
Ты даже не обязательно говорить.